Попытка выполнить укороченный удар. Очень хорошая атака, которая началась наконец-то с первой подачи. Первая подача. Ну что ж, очень чистенько. Удар в противоход. Ну что ж, и Буруа. Ошибка на приеме. Прошла первая подача у Буруа, но Шарапова захотел ответить удар. Удача на вылет первая в этой встрече. Буруа не выдерживает. Пока укороченные удары не идут у немецкой теннисистки. Вынуждена была Шарапова идти вперед к сетке. Буруа извиняется, потому что прием у нее получился такой вот короткий. Маша постаралась подрезать мяч, но все-таки отскок был достаточно высок. В линию, похоже, попала Буруа. Внутри, на душе. В общем, Шарапова разыграла мяч этот неплохо, но... Двоица, одна двойная. Таков пока результат в подаче. Мария. А что, сработал вот этот резанный подправо Кристины Буруа. В этом гейме зацепиться. Нет, не получилось. Накручивала справа, глубокий мяч, и он вылетает за пределы корта. А Буруа выигрывает пятый. Вышел мяч за заднюю линию, выскочил. 15. А вот после двойной подачи на вылет. И надо сказать, весьма своевременно. 40-30. Неудачный отскок. Кристина так и не подстроилась к этому мячу, и Шарапова выигрывает гейм на своей подаче. Ушла. Это очень правильно. Ошибка еще одна. На сей раз при ударе с лета. Вы знаете, если я не ошибаюсь... Как хорошо подала Буруа. И ошибается. Ошибается Буруа. Гейм выигрывает Шарапова. Мне показалось в какой-то момент, что Маша тяжело как-то побежала к этому укороченному удару. И потом, оказавшись у сетки, почти беззащитной. Неприятный это очень удар, вот резанный. И еще одна хорошая первая подача. Однотипная ошибка. В последних двух мячах мяч немножечко вываливается за задний лип. Блестящий прием. 0-40.
Но это просто красота. Два приема последних на вылет на подачу Шараповой. Окончательно она уже... 40-0. Какие мощные плотные удары, да? Действительно прибавила Шарапова, и она почувствовала, что она может прибавить. Не только следствие первого сета, но и следствие вообще общего характера игры, который Шарапова смогла поменять. Ох, какой красивый удар. Подача на вылет. Четвертая. По эйсам 4-2 в пользу Шарапова. Ошибается Баруа. И выигрывает очередной гейм Мария Шарапова. Причем выигрывает в сухую. Ошибка. Три-один во втором сете. Роскошно. И подача вторая хорошая. Я немножечко волновался за эту вторую подачу, потому что пауза между первым и вторым. Ну что ж, говорят же, что везет сильнейшим. Ну что ж, рискнула опять на приеме Шарапова и добилась своего. Спокойно сопроводил этот мяч Шарапова за заднюю линию. Роскошным ударом завершает Шарапова этот матч. Поздравляем Шарапову, Марию Шарапову с победой. Причем, вы знаете, мне хочется поздравить Шарапову не только с тем, что она выиграла второй в этом сезоне титул, выиграла титул на грунте. Пускай мне скажут, что турнир был не очень сильный по составу. Да, это так. Но в данном случае для Шарапова это не имеет принципиального значения. Это не так важно. Важно то, что она выиграла. Накануне открытого чемпионата Франции выиграл.